Всем привет! Всем привет, друзья! Мы братья Зиненко, это Игорь, он художник и автор наших произведений. Это Саша, он писатель и сценарист наших произведений. Да, и на прошлых выходных мы были на Гоуконе в Кишиневе и выступали с мастер-классом о том, как создавать комиксы. И вы наверняка могли нас видеть со своим стендом, где мы выставляли наши произведения. И так презентовали новое, мы презентовали артбук и книгс, распечатали, да. Да, и так как многие из вас, мы знаем, не могли посетить это мероприятие, поэтому мы все записали на видео. И берем вас с собой вот сейчас туда, да, на эти два дня, но только укороченная версия. Да, приглашаем вас на небольшой тур по GoCon 2024. Поехали! Я вернулся с напечатанными артбуками и напечатанными книгсами, 5 штук, 10 тех. Получилось здорово, круто. Это реально такие полноценные книжечки. И первая попытка наша их превратить в жизнь. Мы на месте, мы добрались до медиакора. Ребята, оказывается, мы знали, где он. Да, мы знали очень хорошо рядом место. А до этого добраться не знали как, но добрались. Сейчас отдыхаем, забудем сюда бежать. Поступайте в наш факультет, сейчас я вас расскажу. И вы не пожалеете. Вот наша история о том, как мы застряли в лифте. Да. С чего все начиналось? Это ТАРДИС. Мы летим вверх. Вот смотри, вы вяжете. Второй этаж. Наше слайд-шоу будет. На большом экране. Вот Саша маленький пиар делал. Для масштаба. Круто. Прикольно. Можно приходить смотреть фильмы? Да. Едем на последний маршрут. Удалось влезть. Встретили Богу. Веселуха. Мы уже почти дошли. Делают вертуху специально для нас. Лучники. Леголаз. Мандалорец. О, привет. Нашего комикса. Он у меня есть. Он наш японский магазин. Ничего себе. Когда твое выступление, кстати? 13:30. Да, где-то так. Вот постараюсь. Если да, я вижу, что вы расставляетесь на рамки из бассейна. Да. Привет, Маша. Где Москва? Все уже там разложились, а ваш стенд стоит пустой такой, да. Это мы интригу сохраняем. Главная сцена, первый зал, если вы видите. Люди потихоньку приходят. Тут розыгрыш призов будет. PlayStation 5. Кики Сэр. Наша помощница – это режиссер театра. Вы понимаете, какой у нас уровень? Размах. Мы заказали целого режиссера. Нам помогать. Раскладываемся. Комментарии от меня по нарисованию персонажей. Здравствуйте,
Moldova. And I would like to thank you, the cosplay players and anime fans, for welcoming Japan into your heart. Thank you very much. Готов. The big mistake of making the comics is to sit and do it under the inspiration. К моменту, как мы закончили презентацию, у меня закончилась энергия, просто не досыпание. Просто не будет с вами похавать. Эй, ходим по стендам, смотрим, что здесь. Как вы просили показать вам, что у нас сегодня. Пожалуйста. Готовится вот их стендик. Смотрите, нам даже помахали. Курочки. Стикер. Сторонние фигурки. Стикер. Крылочки. Конкурсными работами, много-много конкурсных это с логотипами, там косплей, я так понимаю. А самолет еще должен быть братьев Райт. Да, сто пудов. Ты доктор Октавиус.
вкусняшки. Испытатели. И мы будем испытывать вот эти. Мы будем кушать странную штуку. Вот такая. Вот такие. Какая-нибудь медуза, да? Все. Она умирает, она откачаем ее. Да, у нас здесь есть парочка некромантов-волшебников. И, конечно же, драконорожденный. Это ты под это новый мир, да. А, да, ну, точно. Сегодня второй день GoCon, и будет больше косплея. Придет, мы надеемся, больше людей. И мы тоже, если что, пойдем посмотрим, с кем-то сфотографируемся. И мы попытаемся записать самые крутые костюмы и покажем это вам. У нас второй день, видите, как люди меняются из-за GoCon. Нашим столом. Света. Мы здесь разговариваем громче, когда нужно. И вот наш комикс, пожалуйста, здесь можно узнать, оценить. Здесь наш комикс, полистать, все можно. Есть печатная версия, вот даже постеры есть. Есть постеры такие, есть открыточки. Можно посмотреть на наш большой плакат. И, естественно, мы... При желании сфотографироваться. При желании сфотографироваться. Нажать на звоночек. Кухи, да, мы сегодня взяли звоночек. И, естественно, у нас есть ссылки, где вы можете в любое время задать вопросы о комиксе, о книгсах, о артбуках, о рисовании, если вам интересно, чем вы занимаетесь и так далее. Поэтому... Надеюсь, тебя будет слышно. Я себя дублирую. Люди, чтобы сфотографироваться. Пожелания. У нас традиция, все, кто у нас покупает, должны получить еще дополнительное удовольствие. Это позвонить звоночек. Не стесняйся. Спасибо вам огромное, ребята. Вам спасибо. Спасибо. Мы вырвались погулять. Здесь городочек, там еда, японские штуки, фигурки, интересная вот архитектура здания. Здесь стоят книжки. Я это знаю. Ты типа, ну, если бумага, если ты не успеваешь, ты должен быстро одеть себе, потому что другой, кто выиграл, должен тебя ударить по голове. Ну, я тупый какой-то. Если я вовремя убрал, это все равно меня выпили. Не убирать палец, если вас бьет током. Да, получать удовольствие от того, что бьет током. Ну, да. Ребята, два раза, потому что две печати. Правильно, правильно. И... Ага. Раз, два, три. Продолжаем, продолжаем. Сюда. Да, куда-нибудь. Все, отлично. Тебе спасибо большое. О, мы вас нашли, отлично. Отлично.
творчество. Мы нашли вас. Покажите, что вы нарисовали. Туда? А у меня уже кашу. Вот эти детские глаза загорелись. Можно нарисовать. Укатал вместо сапог два круглых аквариума. Маша, я подскажу тебе самого веселого кота. Но большие, не только аквариумы. Нет, это перебор. Я сказал только про шары. Это наш режиссер театр. А вот у меня, вот, смотрите, Спанч Боб поджимается на носу. Он накачал не ту часть. Вот где жена? Жена? Почему ты гуляешь без нее? Поздравляю! Спасибо тебе большое! Собачка Кора. Удобно. Быстрые свидания. Я люблю марабелю. Марабелю? С чесноком или со сметаной? Скорее всего, с квашеной капустой. Какой соленый творог, соленый. А я держу нормально. Кусочек тортика Наполеон. На него положил шпроты и полил сверху майонезом. Вот, вы себе не представляете, насколько это было реально вкусно. Поздравляю. Тебя спасибо. Спрятался. Маскировался. Я маскировался. Я пробросил на скрытность. По масштабу. Он просто моя рука. Вот они такие конкретные. А здесь дешевле эти стоят. Там они 100 стоят, а здесь 75. Вот эта иллюстрация мне там нравится. Куча камней. Ничего так. Мой персонаж. Чтобы мы еще знали, как играть. Вот я. Ой, я двигаюсь. О, нет. Я проиграл три раза. Отстой. Но анимация крутая. Смотрим, что победили. Анимация крутая, что это. Всех разное. Что такое?
службу. Вот такими были два дня фестиваля и закулисное время вместе с нами. Спасибо всем огромное, кто подходил, делился эмоциями, рассказывал о своем творчестве. Спасибо всем, кто помогал. Спасибо всем, кто организовывал, задавал вопросы. Потому что это создало для нас настроение на эти два дня. Мы всем желаем отличного настроения и только счастливых концов света. Пока. Не пропусти следующие концы света. Подписывайся на нас там, где удобно тебе. Все полезные ссылки мы оставили под этим видео.